Нам и вправду нужно поработать над отдельным полетом, приятель. Беззубик! Может, не будешь вести себя как маленький невоспитанный дракон? А ну-ка, соберись! Ты что, так быстро сдался? Ты же не причинишь вред одноногому. Это Олух. И жизнь тут удивительна. Драконы наконец-то перестали быть проблемой. И теперь мы живем одной большой семьей. Ты так мило смотришься с этим барашком. Когда викинги стоят бок о бок с драконами, жизнь становится куда более значимой. Это так здорово! Что здесь произошло? Кто мог такое сделать? Этим летом. Я уверяю тебя, ты знаешь о драконах совсем немного. Позволь показать тебе то, чего ты даже не знал. Мы что, знакомы? Нет. Но знай, ты дитя, о котором мама никогда не забывала. Невероятно. Ты спасла их всех. Что-то надвигается, то, с чем мы никогда не сталкивались. Теперь драконы в моей власти. Защитить наш народ — это твое предназначение. Все, что ты ищешь, находится здесь. Давай! А это не очень-то безопасно! Ты что, издеваешься? Давай, беззубик! Получи, детка! Как приручить дракона 2? Драконы и викинги! Снова враги! Ты же знаешь, что мне теперь не отмыться! Июнь 2014-го, также в 3D.